Израиль депортирует из страны 40 тысяч человек. Речь идет о беженцах из стран Африки, в основном о выходцах из Эритреи и Судана. Как объявил премьер-министр Нетаньяху, мигрантам дают выбор отправиться в специальную тюрьму или выехать в Руанду, с властями которой Иерусалим уже договорился. Официально условия этих договоренностей не разглашаются. По данным израильского издания «Гаарец», власти Руанды будут получать по 5 тысяч долларов за каждого принятого беженца. Отмечу, что это уже будет третья волна депортаций, самая массовая. Ранее Израиль выслал обратно в Африку около 20 тысяч беженцев. С подробностями шеф Ближневосточного бюро RTVI Евгений Сова. В ближайшие месяцы власти Израиля намерены депортировать из страны около 40 тысяч нелегалов из Африки. И в первую очередь будет закрыт специальный центр для нелегалов под названием Хулот, который расположен на границе между Израилем и Египтом. Дело в том, что этот центр существует уже почти 4 года. И по мнению руководства Израиля, он не оправдал своих ожиданий. Многие нелегалы из Африки, находясь в этом центре, не высказывают желания добровольно покинуть пределы еврейского государства. Вот теперь, по мнению руководства Израиля, закрыть этого центра у беженцев из Африки не будет иного выхода, как добровольно покинуть Израиль. Надо сказать, что решение, которое было принято правительством Израиля, принято единогласно, озвучил лично премьер-министр Бенямин Нетаньяху. Наша политика в решении этой проблемы состоит из трех этапов. Первый этап – это предотвращение проникновения нелегалов в Израиль. Мы установили пограничные заграждения и приняли законы, которые полностью блокировали поток нелегалов. Второй этап – добровольная депортация. Мы выдворили различными способами около 20 тысяч человек. Теперь третий этап – массовая высылка, начавшаяся благодаря международному соглашению, которого мне удалось достичь. Мы намерены уже скоро полностью решить эту проблему. В израильской оппозиции критикуют не только последнее решение правительства, но и критикуют в целом подход Бенямина Нетаньяху к вопросу нелегалов из Африки. Здесь говорят, что слишком много денег было потрачено именно на этот центр Хулот. А здесь в Кнессете некоторые депутаты предлагают другие решения проблемы. Например, сегодня мы общались с депутатом Кнессета от партии «Наш дом Израиль», партия, которая входит в коалицию, вот этим форумом, который говорит, что не нужно насильственно эвакуировать, нужно просто сделать так, чтобы нелегалы из Африки, то есть те люди, которые приезжают сюда в Израиль в поисках работы, просто потеряли стимул здесь оставаться и сделать все для того, чтобы, например, их жизнь в таких местах, как Южный Тель-Авив, была очень тяжелой, и поэтому они сами захотят покинуть пределы еврейского государства. Прежде чем заниматься насильственной эвакуацией, есть немало способов отбить охоту у нелегалов оставаться в Израиле. Во-первых, нужно поднять налоги для тех, кто сдает квартиры нелегалам. Затем нужно вплотную заняться их бизнесами в Тель-Авиве. Посмотрите, там выросла целая империя, и никто не платит никаких налогов. Все эти меры вынудят их добровольно покинуть Израиль. Если государство намерено решать эту проблему, то не избежать, например, тяжелых кадров, когда полиция, когда иммиграционная полиция будет насильственно эвакуировать и, возможно, даже отправлять в те страны, с которыми есть договор. В любом случае, говорят в Иерусалиме, ситуация, при которой нелегалам из Африки будут платить компенсацию, как это было, например, 2 года назад, она прекращается, больше не будет компенсации, а ранее Израиль платил до 5000 долларов каждому нелегалу из Африки, который добровольно соглашался покинуть пределы еврейского государства. Евгений Савов, Владимир Плотки, RTVI, Израиль. Гарри, должна сказать, что проблема с нелегалами одна из самых острых в государстве Израиль, как и в Америке, кстати. И африканские беженцы – это далеко не все. В последнее время Израиль столкнулся с притоком граждан из Украины и Грузии. У этих постсоветских государств с Израилем безвизовый режим, и тысячи людей въезжают, а затем остаются. Да, Катя, в израильском МВД даже подсчитали, что заявок от украинцев и грузин вдвое больше, чем от беженцев из африканских стран. И, кстати, в октябре сообщалось, что Израиль будет депортировать тех украинцев, которым в статусе беженца отказали.